кисленькую. Где сельва? Ну-ка, чекну сейчас. Берите штрудели маговские. Карамелька, где АФК? Все тут, кроме карамельки. Так, танки первой пати, да? Кто из вас пожирнее там? Давай вот так. Че, демонов нету, да? Да и нахуй надо, мы же сильные, блядь. Так, что там, все в дисе? 25 вроде из 25, значит все. Обновляйте бафы все. От одного, так, прото вижу, все 4 бафа есть, все заебись. Первый босс, не стойте в лужах. На втором боссе хбдаух, танчишь зеленую, которая вторая выйдет, а кружок танчишь красную. Ну и все, проверку я буду запускать. Мы через два эрдру играем. Этот Рич Год здесь. Перенести там надо кого-то. В общем, Евгеша. Кто-то лишний в канале. Какая-то залупа. Или в гостевую всем перейти. Ну, а тебе что-то замутило. Или перенесите, у кого права есть. В общем. Ага. Так. Еще раз. Кто МП еще раз скажи, пожалуйста. Звезда. Так, рыбку ставим. Ешьте рыбу. Я рыбу ставлю. Вон она стоит. Сейчас поем 10 секунд и запускать. Идите на позицию, то поел. Все готовы. Так, баф получили. Банки выпили. Без банок это значит без ролла. Запустил. Кто там шумит, замутьте, блядь, вот эту активацию голосом выключите себе, пожалуйста. Снобольдов подводим под боссы и кливаем. Перенес тебя. Шалом. Боль до экрана. Что там, устака есть, забирай. А вот это чудо БМ нету. Выключил. В луже не стойте, блядь. Дроку, блядь. Стали-то. Буреновна, поднимай его. Сразу ему имя. По снобольдам активнее. Ближе подведи. Че ты куда пошел назад? Ближе встань под жопу босса. Кто это? Стоя, не по ДПСишь, нам надо его забить. Блядь. Ты слышишь? Нет, я тебе говорю. Второго снобольда сюда, блядь. Что вы там делаете? Под босса его приведи. Ники, что ли, начать называть, блядь? Как только прокалывание с одного танка скидывается, забираешь сразу. Без всяких вопросов. С первого танка.
Давай секунду дроп. Набольдов нету, просто добиваем. Значит, звездочка хабдаух и танчи штука, которая вылезет вторая зеленая, которая будет вкопанная. Кружок, ты танчи штука, которая идет с хвостом на полу, ползет. Отводишь ее в стенку, отворачиваешь. Бить начнем ту, которая вылезет второй. Сейчас никто не бьет. Рибаб, можно? Рибаф обязательно по року. Каску, лапу, пристабав. Вот эту забирает кружок, отводит. Кружок забирает, отводит. Отводит, отводит, отводит. Геру даем. Уводи быстрее. Вы дрочите что ли или что, блять? Милики вышли отсюда. Все переключаемся в другую. В ползучую. Милики в ползучую. Милики в ползучую. Там лужа растет, ушли оттуда. Все. РДД стоящую, блин. Из-под морды уходим. Року, как ты там, блядь, стоишь? Нахуя, главное? На мне яд был. Баба, он что тебе? Никто не подошел. Милики, пошли другую бить. Стоячую РДД побейте, подотайте пока. Ползучую все бьем. Милики, приготовьтесь на рейнс. На рейнс разбегаться, приготовьтесь. Максимально далеко друг от друга стоим. Приготовьтесь разбегаться. Лужи отводи там. Веди, веди. Под мордой сейчас у ползучей не стоит никто. Ползучую все бьем. Вот, АОЕ пошло. Лёха. Ты разморозьте двух хилов, блядь. Да хуй кто разморозил. Все, ложитесь в лужу, забегайте. Танки вы в дисе, хабдаух и второй кружок, который. Интересно. А чё у вас за проблема? В смысле, с чем? Вот я говорю, кружок, ты берешь ползучую. Ну, блядь, потому что вар переагрил. А нахуй вы ее это... переагриваете, блядь? Больше крови или какой вар? Нахуй вы переагриваете? Вы что, невменяемые, блядь, или что? Не агрил, та, которая выходит, ее налево отводят. А которая вылазит, справа танчится, а вы наоборот. Я повторил два раза, блядь. Мы бьем ту, которая вылезет, вторая, блядь. Мы эту не трогаем. И 10 раз сказал, кружок отводит. Вы ее какого-то хуя бьете. Ее паладин должен отводить, никто ее не должен бить. Не касаться вообще. Руки в жопу засуньте, блядь, и от клавиатуры уберите. Он, блядь, таунт у него 8 секунд КД. Он нажал таунт, вы хуярите. Босс на вас, нахуй. В итоге лужа там, где милики должны зергать. В итоге поебень получилось. Вы, блядь, ну я не знаю, вы к десятку-то ходили? Року, блядь. Лагаешь или что? Жрите рыбу. Во-первых, лучше не стоит. Во-вторых, потому что у меня 10 человек стояло. Вот пускай рассосутся. Вот рассоситесь. Тут 10 миликов, 10 РДД. Вот стараюсь справа-влево двигаюсь. Там 20 человек, там 20 человек. Какого хуя? Сейчас в центре будете танчить. По звездочке вот эти по краям рассасываетесь. Хилы на этом. Вот здесь, между пиками, чтоб всех доставали. На пиках дальше всего от босса стоят РДД. Сейчас поведут в центр, бьют только на пулы. Как только в центр станет, уже тогда начнут бить милики. И на червя, блять. Первый, который выползает, червяк, его никто не бьет. Только на пул может на кружок стать. Запускаю. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои. И ты налево уводишь кружок. Налево уводишь, а не направо.
поебать вообще куда-нибудь, просто уйди. Немножко по это от центра рассоситесь, потому что он когда идет, он может в центр еще лужу кинуть. Вот там милики все, отойдите от вот этого вот маленького кружка. Подбежим, когда сюда босс подойдет. Знаете, идет на пул на звезду сейчас, бьют только на пул. 5, 4, 3, 2, 1. Угу. Пошли в лужи, смотрим. Подведи еще дальше. Еще. Вот отлично. Пул ДПС. Слушай, выходим, маг. Алло, блядь. Балакур, сука. Добро. Хилы, не проебитесь. Ну, блять, вкусно рыгнул, нахуй. АОЕ, начинаем. Кот бегемот ресы, Лока. Фулбаф, фулбаф. Выходите с ебучих луж, нахуй. Балакур, блядь. А да, не стакай больше, не там. Милики вам с набольдов больше. РДД тоже в них играют, нахуй. Касается арканов всяких, блядь, там. Тоже уешьте какую-то хуйню, кидайте на снабольдов, блядь. Сначала бьется снабольд, потом босс. Балакур. Это ты со снабольдом был, что-то не могу вкурить. Или ты в луже лутаешь. Снабольд до подбосса. Рогу. Ой, рогу. Ну что ты, может, заберешь его? 6 стаков? 7? Да забираю на 5 таунтик. Я что и говорю, еще на 3 забыл. И мне таунчик. Танки вы ебанутые, блядь. Я объяснил по-русски, нахуй. Спал, дебаф, забираешь. Че вы дрочитесь друг у друга, нахуй? Вот сейчас мастер танчит, сколько стаков у тебя? Сейчас 5. Вот ты ждешь, пока звезда скинет. Босса подведи. Лок подводи. Кто это? Вкусно рыгнул, нахуй. Рещи давай. Стоишь там, кастуешь, блин. В центр босса не двигайся. Еще ближе к центру. Вот, отлично. И сам его бить можешь. Такого менталка не бей, не кастуй. Кто поддаст сало? Я так понял, танки вы конкретно, ну, тугие, блядь. Почему тугие-то, ёбаный в рот? Я не знаю почему, блядь. Я не таунтил его, нахуй. Он, блядь, на меня агрится, понимаешь, босс? Да пизды вам не давал никто, блядь, потому что... Дебаф сначала должен скинуться, потом нужно забирать. Ну, вот я скинул дебаф, забрал его. Вот сейчас 5 секунд, 3 секунды на кружке пропадет. 2, 1. Нажимай там. Все. Дал звезде боб, а нет, там уже КД был. Сейчас идите. Никто сейчас, ебучие руки свои уберите от клавиатуры. Кружок 5, отводит. 4, кружок 3, отводит. 2, 1. К звезде подходим. Набирая гроз звезда. Пул ДПС Геру. Баблы готовим там. Полипалы, блядь. Токсин. Только ждите второго плевка, третьего. Сразу бабл не сдавайте. Тоже касается магов с глыбами. Скоро будет токсин, смотрим. Вот в мелизоне токсин. И в РДД. Пока ждите плевка еще. Так, уже. Танк, пробегись. Танк, пробегись. Да, разморозься. Буренка, ресы, хулипал. Танку пол, он бежит вообще. Ты чё, ёбаный, бро? Да все, помолчите. Тонките, жуков. Я замерз, я стою. Мияги, ты нормальный? Короче. Нет, вообще там. Что ты, блядь, хочешь от меня? Заебал уже, шо? Блядь. Давай я подержу второго. Блядь.
Ой-ой-ой. Зеленую лужу заходите. Слышишь, Шаровод? Че? Да, и он забирает первую змею, да. Я заберу первую змею, а он вторую пускай забирает. Он не знает, что делать. Это кто? Кто не знает? Ты мне скажи, не мастер. Мастер Мияги, нахуй, не знаю. А, мастер Мияги. Вот он сейчас. Какой у него спек еще есть? Никакой танк. Хочешь гиг не замени, вообще похуй, честно. Давайте спокойно. Просто Войт, объясни ему. Мастер Мияги, ты тут, в Диси? Да, тут, в Диси я. Ты понимаешь, что тут танчить, что делать? Нет, блядь, от пизды ревнул. Был он только в десятке. ДПС мало. Вот вкус, лавакур, драконий. Со своей братулей так пиздеть будешь. Хуй сука. Захлопнуть? Тихо, тихо. Нет, не реагируйте на то, что там в чате пишут. Только слушайте. Вот ДПС с 15 места это залупа. У 4 ДПСеров. Это хуета, а не ДПС. В 205-м этом левеле столько надо давать. Только джамбы шестерка. Вот эти все 4. Ханка, Балакур, Драконий, вкусно рыгнул. 6к нахуй надо. Ну иначе я хуй знает, вы тут нахуй не нужны. Грубо говоря. Ну это по делу, если. Жрите рыбу. Хорошо. Да ух, ты больше понимаешь, что нужно с огненным дебафом делать. Давай ты будешь кружком. Да, давай. Посмотрим, может быть получится получше. А ты звездочкой. Кружок будет первую отводить, то есть вы просто поменялись червями. Да, я понял. Так. Рыбу ешьте, кто не поел. Значит, объясняю, ну, может быть, чтобы этот мастер запомнил. Значит, червяк, который огненный, он сначала дает лужу под себя, потом сразу, либо через секунду, либо через 5 дает АОЕ, плевок. Этот плевок должен только в стену, только на тебя идти. И потом, секунд через 10, он дает второй плевок. И потом уже идет закопка. Такая последовательность. Одна лужа, две блевотины. Вот в промежуток, когда он первую блевотину дал, нужно успеть кого-то разморозить, хотя бы человек 5. В идеале всех, конечно. А, вот, извини, ты немножко не пояснил, что как разморозить. На нем дебаф вешается. Поясни ему это. Огненный дебаф. Ладно, хорошо. Червяки имеют две фазы, закопанная и раскопанная, которая ползает с хвостом на полу. Это мобильная получается змея, которая ползает, ее можно водить. Которая вкопана, ее нельзя водить. У них разные способности, в зависимости от того, вкопаны они или нет. Если червяк водится, то он дает свой дебаф огненный или зеленый только на танка, только на того, кого он бьет. Он оставляет под собой лужу и дает фронтальную блевотину там это перед собой. И червяк, который вкопанный, он дает вертушку и дает плевок свой в одного случайного члена рейда. Если с ним кто-то в радиусе 10 метров стоит, все они тоже получают этот дебаф, либо зеленый, либо огненный. Для этого вы все стоите на рендже на всех фазах с червяками. При перекопке они обнуляют агро в ноль и меняются. Одна становится закопанной, которая была вкопанная, выкопанная, а которая выкопанная становится закопанной, блять. И так они по КД меняются, блядь. Огненный дебаф дамажит всех вокруг на 10 метров или на 8. А зеленый дебаф по истечении там 20-15 секунд замораживает человека, он стоит просто замороженный в стане, ничего не может сделать. Снимается эта хуйня баблом и глыбой маговской. Эту хуйню, бабл или глыбу, нужно нажимать только в том случае, когда вы уверены, что второго плевка не будет. То есть вы можете снять, отменить, и потом плевок второй будет. То есть ждите обязательно, либо полные заморозки, либо вы уверены, что черви там перекапываются, и вы можете себе эту хуйню снять. Как дела? Запустилось. Так, зеленый дебаф, он снимается вот этим огненным красным. Все верно. Все правильно. Не проще тогда к танку подбежать, на котором... Он же на танка вешает дебаф вот этот. Все проще, зеленый... давай после следующего вайпа об этом поговорим. Хорошо.
Давай без вайпов лучше. Давай, я согласен. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Смотрю ДПС сейчас на этом драйве, блять. Вот четырех людей, которых называл, будем менять, блять. Если столько же дадите, блять. 6к минимум здесь. А лучше 7. Будем менять на других ДПСов. Потому что мы кучу убьем. 3, 2, 1. Слушай, выходим моментально. Буреновна. Речь год. В луже не стоим. Не стоим. Руку. Снобольда под босса не вижу. Добра. Не дает, он 3к дает, он тут нахуй не нужен. Извините, конечно, извините, блядь, так есть. Блин, спали у тебя? Нет. Есть кунь. Снобольда все быстрее, весь рейтер, ДД, вся хуйня, переключились снобольда. Их два не должно быть вообще никак. Подведи его в центр модельки босса. Кто это, танк или кто это? Подойди немножко ближе. Чтобы мы, блядь, могли плевать в жопу босса и этого пидора. Выбор ДПС. Сюда, лок. Или кто это там? Сюда, со снобольдом. Блять, вкусно рыгнул нахуй. Ты тут? Забери. Пиздец. Разобрал, у меня не спадает. Кончились, по-моему, да, снаборы? Там хилы, если у вас что-то забаговалось, просто хитьте плашки рейда, которые просаживаются. Надеюсь, нормально все будет. По червям все помнят. Кудоуху сейчас отводит огненную. Звездочка набирает агрона той, которая выкопается второй. 4, 3, подходим 2, сюда. 1. Набирает его. Геру пул ДПС. Что за залупа с червем? С тебя кто-то станкил? Чё, не могу понять. Почему? Не знаю, кто-то засагрил. Ебаши. Пошли размораживать рейд. Половину свистки вроде проходные есть. Таунтим, мобов. Ходячую бьем все, здесь рейд. Надо добить ее. Сейчас экзекутка будет. Бля, заберите огненную, она мне ходит. Звездочка поймите, блядь, копана. Все, АОЕ перед мордой не стоит. И лужа. Лужа, веди. Идем. Да, своди вместе будем на АОЕ. Своди, своди, своди этих пидоров. Давай, доставайте их, брову. Ебашим. Фронталка сейчас из-под морды кислотной уходит. Фронталка скоро будет вливать. Давайте сильнее. С-под морды уходим.
Разбегаемся. Сейчас добьем. Захиливаем сейчас вот эту хуйню. Я бабл закинул. И этого дотаем потихоньку. Агри его, кто там, блядь? Вот эту вкопанную добиваем быстрее. Ох. Добиваем вкопанную 100 тысяч. Лужа, веди, веди. Пошли ходячую бить. Огненную ауру освободить. Из-под ног. БР нету. Освободил ауру. Подожди с БР. Освободил. Из-под морды уйдите, из-под морды уйдите. Сейчас будет АОЕ. Подведи ближе к стене. Лужа растет. Сейчас будет это плевать. Милики, осторожно. Все, идет. Захиливаем танк. Захиливаем, сука, захиливаем. Сейчас она будет вкопанная. По команде разбегаемся. Секунд 5 побьем милики и будем разбегаться. Таунти, набирай игру. Танк любой, таунти, набирай игру. Быстрее. Прожимки все, даем. Все, милики на рейс разбежались. Съебались все. Стоим на рейнже. Разошлись, сейчас будет плевок огня, блядь. РДД тоже между собой рейш нашли. Побьем дольше, но, блядь, не сдохнем. Сейчас будут брызги скоро. Смотрим внимательно. Стоим на рейнже, блядь. Милики курим, блядь. Один милик какой-то топовый, останьтесь там. Больше крови, остальные все курят. Все, стоим на рейнже, блядь, ждем. Ауру огненную освободила есть что? Метров по 10 рейнжу набираю. Вот брызги полетели, смотрим. В одно тело прилетело, идеально. Еще брызги, перекопка. Сейчас добьем уже. Все, идем, сейчас она будет ползущая, танки, готовимся набирать агро. На пулы на них. На пулы сейчас. Пул. Пул этот самый ДПС. Сначала лужа, из-под морды все съебались. Из-под морды все съебались. Только танк под морды. Готовься, лужа. Так. Лужа веди, лужа веди. Веди, 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 веди. Веди. Фронталка захиливай. Дал вспышку света в тебя, блядь. Все, 100 тысяч добили. Обезьяна ебаная выходит. На обезьями тотемы, петов. Всю парашу убираем, блядь, на разгоне. Все, набираешь агро на пулы постоянно на хабдауха. Это самое, стопани, блядь, ну нахуя. Ты же протопал, блядь. Значит, тортика реснет кот бегемот. После того, как босс врежется в стену. Все перейдите на один полукруг, где ворота находятся, откуда вышел босс. На один полукруг. Захиливаем эту хуйню. А, и хилам. Сейчас дайте массакру быстрее и захиливайте это все. Захилите быстрее всех на пол хп. Значит, смотрите, хилы 2 хэпала хотя бы и 2 эрдру. Находитесь каждый с разной стороны от ебаного босса, чтобы когда он давал свое ебаное ледяное дыхание, половина хилов могла хилить рейд. Отлично. Хуёво, не отлично. Да. Бьем босса. Кто там слакал? Все, забейте хуй, не надо это спрашивать. Значит, полукруг, который от белого щита до красного, и где ворота, из которых вышел босс. Это наша территория, здесь мы отлетаем. Готовимся, дыхание, хилы, с разных сторон от босса стоите. Вот, это залупа, конечно. Гимн хп приз читай. Все, пиздец, вайп нахуй. Ну, хилы недалекие, блять. Еще раз. И надо искать ДД. По 4К, блядь, это полная параша, блядь. Ладно, давайте, давайте побьем. Давай побьем. Давайте побьем его. Берсы вроде нет у него, захиливайте. Сколько у вас там? 4 хила живет, есть или 3? Сможешь побэрим кого-то. Мне, кстати, забагалось, у кого есть БР. У нас БРов-то живых нету. Давайте побьем. Бегемот есть БР, может буренку бэрнить? Сейчас, да, буренку бэрнить, только он сейчас врежется нормально. Без залупы. Пидоров не ресы никаких, которые не отбегают от него. Ресы буренку, ресы быстрее. Вот, буренка, значит, еще друиды есть в рейде? Селяви, Сю. Короче, сову реснишь, блядь, буренка. Только побыстрее. И так, еще... а ник у него какую, совы? Еще раз, сальва? Сельва, сельва. На S что-то, короче. Вот эту хуйню надо, чтобы... А у меня он показано, что он из тела вышел, блядь.
Ну и значит хуй на него, блядь. Вот сейчас маньяка не подняли, блядь. Я хуй знает. Может тортика поднять? Да, поднимай. Побьем. Поиграемся. Давайте прожимочки, крылья, там всю хуйню на эту хуйню отдаем. Давай резать тортиком, блядь. Хилы, сука, вот он врезанный стоит, с разных двух сторон встаньте от него. Танк лицом его в стену, но немножко отведи от стены, блядь. Короче, не вкуриваешь, да? Поверни его в стену, блядь, чтоб тебя, когда он откинул, босс не бежал никуда, блядь. Пока вы вкурите, блядь. Все, блядь, полрейда сдохло. Это, блядь. Все, пизду, короче, нахуй там мучиться, блядь. Ложитесь. Беги, малышка, беги! Да много людей живо же, блядь. Ну и хули, это надо тебе, блядь, 20 минут босса бить, нахуй. Остальные 20 бомжей лежат, блядь. 5 чел бьют, остальные 20 лежат. Штаны просиживают. Так и должно быть, что ли? Давай попу побьем. Давайте, хильте, блядь. Вот так вот нормально. Черепок ставится постоянно, отбегайте просто, блядь. Вот. Ладно, друзья, нехуй мне здесь делать. 4-1, блядь, позорище. Найдете дэшер получше. Ты кто? Ханк, Ханк. Сейчас подожди, добьем, наливай, посмотрим. Я сейчас подойду. Конечно, нечего. Самое главное, хилы сейчас, все от вас зависит. Эти протопалы тоже массакру нахуй на дыхание даем, блядь. Да, да, у меня прикинул все там. Вот, заебись. Одно тело. Нормально, не прохиливается. Ну поковыряем, ладно. Может облегчить. Берсы вроде не должно быть у него в обычке. Черепок смотрим, блядь, оббегаем. Черепка. Черепка. Максимально на хуй захилить все. Все. Также баба углыба скидывает, если что, видите, как это мало. А что это, все сорвал, что ли, блядь? Что сорвал? Не знаю, он подбежал мне, въебал 50к и ушел. Ну, может быть, сорвал. Ну, там Сельва тоже подвесил, подумал, нахуй это надо. Сейчас кадывал. Там лук стоит на тебя? Да. Беги, малышка, беги! Ёбаный рот, нахуй.
Нахуй вы там бегаете? Встань в стену спиной, блядь. Тебя откинет, босс будет двигаться, хилы хуй как встанут нормально. Пиздец, захилил. Черепок еще. Черепка отбиваем. Самая залупа в том, что я сейчас убьем и добирать кого-то, то это уже после первого босса. Вон там подмотки, но... в стене, чтоб тебя не откинуло. Черепок еще. Беги, малышка, беги! Я бы на месте босса уже лайк поберег. Все, еще один килл упал. Да и похуй. Сам хил. Еще раз бежек 10, нахуй, тогда добьем. У меня бабл 3 раза подкатился. Сейчас БР будет готов, Бурян не боялись? Ебать, еще БР подкатились. Сейчас весь рейд по ресам. Ну, лучше ДД, наверное, поднял. Ты крест нет? Хочешь ресел? Мне так весело, я уже от экстаза, просто мне уже все плохо. Вот такого интересного. Вон, блядь, танк. Беги, малышка, беги! Блять, крылья откатились 10-й раз. Если просто запустим. Я
походу еще раз бишки 3 нахуй будет. Жилям до кулака. Ну. Сейчас баба катится уже, заебись будет. Не ебаный рот. О, для всех. Все, лайп. Нормально. Добиваем. Да из-за этой берцы, походу, он сейчас еще раз разгонится. Гимн ХП там пойдет катиться. Может закинуть. Последний рывок, блядь. Да, тоже нужен. Еще танк сдохнет, вообще забить будет. Это просто необучаемый. Падайте, блядь. 200 тысяч. Сейчас мы еще раз завтра сгонимся на подвоенности, блядь. Может разъебет кого-то, блядь. Ну, я бабл нажму. Просто смотрим нахуй, пока мы били этих чудовищ, блядь, три челика ливнуло нахуй. Вставайте, любите. Я хуй. Вкусно рыгнул, он с гильдии у вас, да? Нет. Нет? Нахуй не берите его никогда. Да, он вроде в гильдии был. А, был? А то, что вот челики ливают, это все получается, да? Ханка. Не, здесь еще, ну, мне смысла-то оставаться хоть 4-1. Да, ДПС. За лук, да. Вот тоже, блядь, Евгеша в 10, ну я хуй знаю, на ИК это, ну, блядь, это не варика вообще, нахуй, это надо фармить. Вот я не знаю, как вы, блядь, думаете к игре относитесь, блядь, но если вы даете 3к, нахуй, вы даже в кару не пройдете, блядь. Типа я не. Ну я не ебу, нахуй. Вам нужно. Еще погоняю, пойду маленько, а бы кашный. Просто вот, чтобы вы понимали, блядь, вот 205-й этом левел, когда еще Накс был, 5000 давали уже ДПС. 4-5 тысяч. Чтоб в кару пройти спокойно, надо 6-ку иметь, нахуй. Но никак не 3, блядь, не 4, нахуй. Вы, ваше действие, блядь, вы фармите РБК. Копите ОД, покупаете Т9. Идете в кару, нахуй, убиваете Т4, два куска, блядь. Начинаете 6к давать. И только тогда вы, блядь, прессуете сюда, блядь. Так, и то не сюда, нахуй. Сначала вык, нахуй, десятку. Убивайте там шмотки нормальные. Шею с острова, блядь. Кольцо с Толгорода, триню. То, что, блядь, люди сюда пришли с 4к, нахуй, это получается, ну, это, ну, вы повешали КД себе просто. Вы, сюда, вы просто, ну, не подходите сюда. Это так, ну, так и есть просто. Я уже не знаю. А триня с Толгорода нормальная, нет, вообще стоит ее брать. Ну, смотря на кого, смотря какую. На ханта там, с огненным уроном. Да, она тебе нормально бустанет ДПС. Тут вон 7 человек. Первые вон, которые в рекаунте по ДПС, они подходят сюда по хилам. Вот так что вы можете либо отдельно с пугами ходить, с нормальными рейдами, где нет таких, блядь, 3к, 4к, блядь, и лутаться, блядь. Ну а так мы хоть что добьемся, блядь. А че, вариант добрать нету? Ну я хуй знаю, у меня столько времени нету сейчас добирать. Хотите добирать? Тойтик, ты хочешь добирать? Я просто хуй знает, как люди будут идти после первого босса. Ну попробовать можно, хотя бы минут 20, полчаса, посмотрим. Кто у нас там остались?
Миссури 7000. В принципе, эти два машины. Мияги, блядь. Ну это просто сдохли еще. Ну да, блин, пиздец, конечно. Просто, блядь, это ну, постепенно делается все. Типа, с 3К сюда ну, нельзя присылать, нахуй, чтобы, блядь, люди понимали заранее, что их хуесосят, обзывают не просто так, нахуй. То, что они, блядь, плюсанули, не понимая нихуя. Плюс еще ни снобольдов не относят, нихуя не делают. Я как бы с тактикой знаком, но думал, что больше получится ТПСов. Ну, понятно. Мне кажется, в пятерках оно больше было. А в рейде, видишь, не получилось. На минутку отойду. Ну что, Андрей, дальше думаешь, смысл есть? Пойдем в этот в тюрьму Сторограда, навыки оттачиваем. Я вот этого, блядь, ползающего червя вот сейчас первый раз вообще танчил. Хуй знает, что у него тактика. У нас бар это всегда делаем. Тоже не ему. Ну. Как размораживаешь, размораживаешь. Ты вов сколько играешь времени? Ну, блядь, на офе год играл. Рот. А что там на офе? Да он играл-то в Пандарии. Ну да. Там, блядь, хули там уже сделали для тех, у кого мозги жидкие, блядь. Там уже пиздец, там, блядь. Одну кнопку нажимаешь, все проходится, блядь. Ну, видишь. Просто, не заставил я этот. Просто вот когда вы играете, вот, ну, на будущее, типа, на Сирусе, блядь, это, ну, не однокнопочная хуйня, типа, тут надо думать. Да, понятное дело. Если вы идете, допустим, в Инс, да, вот выйдет ЦЛК скоро, хотя бы поинтересуйтесь, вот если ты, допустим, не знаешь, открой интернет, ЦЛК тактика, ИК тактика, блядь, прочитай ее, блядь. Что здесь, почему люди бегают, почему, блядь, меняются, почему, что, как происходит, блядь. А на остальных-то я знаю, я вот только вот этих червей не знаю. Босс, ласт, там тоже изи тактика. Mm-hmm. Водить-то в лужи, на лужи и ставить его. Ну и мелких забирать. Я хуй знает, ну это получается РДД, нахуй. 6 штук надо, блядь. Даже больше, чем 7. Не, ну хабал нормальный. Хэпал, главное, нормальный спрашивает. Не, ну вы же первого босса убили, в принципе, неплохо. Давай, пи***.